друзья, добрый день. Меня зовут Лосинок Евгений. Сейчас я для вас нахожусь в Таиланде, Паттайя. Отель, в котором буду смотреть свои фото или отель. Балкон среднего размера. Вид у нас на город, на бассейн. Ну, видите, да, здесь купаться в море, конечно, это не вариант, потому что здесь вода грязная и пляжи. Где же здесь холодильник, как вы думаете? Да, тут выдвижные ящики, значит, тут нет холодильника. Значит, наверное, здесь. Смотрим. Опа. Сейф вижу. Халаты, зонтики, тапочки. Вот такие птички в бассейнах, а иногда бывают платно, стоят 200 бат в час. Сейчас мы идем в главный ресторан, у нас здесь будет обед. Покажу, что на обед у них дают. Ну, реально вкусно. Кстати, то, что ты спрашивала, как похоже. Это на второе у нас. Я в рыбе особо не разбираюсь. Рыба в кляре. Это на десерт. Очень все красиво. Здесь обед порционный был. Он был вкусный. Реально вкусно было все. И рыба, и суп. Суп вообще обалденный был. Десерт интересный в блинчиках. Мороженое, шоколадное, там с какими-то овощами, фруктами. Очень вкусно. 20.07. Отличие этих номеров на втором этаже, они вот тут где-то посередине начинаются, вот 20.07, бежевые становятся, белого цвета. Видели, там было все в темных тонах. Ванная комната. Здесь также ванна. И также есть тропический душ. Фен. Плазменный телевизор, кондиционер центральный. Одна большая, одна маленькая кровать. Здесь уже два кресла. Большая картина. Балкон средних размеров здесь. С видом на море и на бассейн. В холодильнике у нас кока-кола, две бутылки воды. Смотрим, что здесь. А здесь у нас сейф. Тапочки, зонтики. Вот и все по этому отелю. Друзья, если вы хотите в этот отель, обращайтесь. Я буду рад вам помочь организовать поездку для отдыха в Таиланд. В любые отели, которые здесь есть. Вы можете найти мои контакты снизу в описании. Звоните, пишите, буду рад вам помочь отдохнуть. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.